Рав, почему наша связь с Творцом настолько ускользает от нас? Потому что мы не можем установить связь между нами и Творцом правильным образом. Прежде всего, между нами. Оно должно быть в чем-то ради отдачи между нами. Когда я забочусь о чем-то у товарищей, и в той мере, в которой я забочусь о товарищах, в чем-то, в этой степени я могу обратиться к Творцу в заботе о нем вместе со всеми товарищами. Поручительстве. Это то, что нам нужно построить. То есть, если я забочусь о том, чтобы мой товарищ не выпал с лодки в бушующую воду, и так обо всех, и этим мы строим эту лодку, это кли, когда все заботятся обо всех, и тогда между нами мы чувствуем, что есть сила поручительства, и море бушует все больше и больше, и мы видим в этом бурном море призыв связаться все больше и больше, и море никогда не будет спокойным, потому что вместо маленьких помех придут клипот. И так мы будем продвигаться, пока в соответствии с этим не начнем раскрывать помощь свыше. Обратимся правильно к Творцу, почувствуем Его реакцию, насколько мы получаем силы от Него, насколько с помощью этих сил мы можем объединиться между собой. И начнем чувствовать не это бурное море, вне лодки, а это в нас, в наших эгоистических чувствах есть такие состояния и отношения, которые и являются бурным морем. И тогда как можно быть связанными над этими волнами, пока мы не придем к Ямсуф, к конечному морю. И затем никогда у тебя не будет следующего состояния, которое было бы спокойнее предыдущих состояний. Нет, не спокойнее, а каждый раз над усиливающимся желанием получения у каждого по отдельности и у всех вместе, и мы преодолеваем все эти помехи между нами все больше и больше, и строим единое сердце. И тогда из этого мы строим себя в виде, где это превращается в кли Адама, Адам решен. В этом наша цель. Постарайтесь представлять себе это все больше и больше, поговорите об этом все больше, и вы увидите, насколько все эти вещи уже находятся перед нами.